Сибирский международный марафон в этом году рассчитывает получить бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики. Об этом организаторы рассказали журналистам на первой конференции. Чтобы повысить статус пробега, мужчинам нужно пробежать основную дистанцию с результатом не более 2 часов 16 минут. Помимо россиян на забег выйдут элитные спортсмены из Эфиопии, Уганды, Кении, Украины и Белоруссии. Это рейтинговые спортсмены, которые попали в рейтинг ИАФ с определенным результатом, который именно требует бронзовый лейбл. Достаточно высокий результат. Поэтому, если все сложится удачно, то мы ожидаем, может быть, что рекорд нашей трассы падет. Определенная интрига будет. Мы не будем вам рассказывать о том, кто же среди этой элиты является пейсмейкером, а кто действительно бежит на результаты на время. Вот. Но я думаю, что это привнесет определенную интригу, определенный интерес и, несомненно, повлияет на конечный результат, на ту борьбу, которая будет складываться на трассе. Напомню, беговой столицей России Омск станет 6 августа. В этом году в забеге будут участвовать порядка 15 тысяч человек. Призовой фонд на этот раз 22-го марафона составит порядка 1,5 миллиона рублей.